Доброго времени суток! Сегодня мы с вами будем вязать голову для нашей куколки. Вот что в предыдущих мастер-классах мы с вами, частях мастер-класса мы с вами связали. Вот такую вот куклёшу. Пишут комментарии, что всем нравится, очень фигуристая получается. Ну, это легко и просто. Я не особо делала такую фигуристость на руках, то есть я не вывязывала здесь локти, не особо вывязывала в талии, то есть большой акцент сделала просто на ноги, да, более-менее. Вот, ну а так, в принципе, это очень простая куколка. Я говорю, чтобы вязала даже начинающая вязальщица, она может сесть и просто связать. Я уже стараюсь настолько подробно все это объяснять. Единственное, я в прошлой части видео просила вас написать в комментариях, какое украшение на голову желали бы, да, я бы посмотрела, если сколько больше голосов было бы за, допустим, ободок на голову, либо шляпку на голову, или еще что-то такое придумать. Вот, я бы тогда большинством голосов мы бы связали то, что вы рекомендуете. То есть я хочу, чтобы и ваши какие-то пожелания тоже здесь учесть. Итак, много слов, приступим к делу. Сегодня мы с вами вяжем голову для этой куколки. Для этого мы также используем пряжу Ализе Лана Голд в данном случае, крючок 2,5, ну и маркер, да, вот такой вот у меня маркер, ниточка. Вот, как мы ее будем вязать? Мы начнем вязать ее снизу вверх. Обычно всегда вяжут сверху вниз, но мне захотелось в этот раз попробовать и связать снизу вверх. Для этого мы сейчас начнем вязать с вами с внутренней части шеи, которая у нас будет вставляться в голову, то есть вот на этот вот штырек, да, шейный, вот, для того, чтобы голова у нас была поворотной. Поэтому здесь у нас вот мы 11 петелек было, да, потом мы их закрыли. Вот мы сейчас начнем с 11 воздушных петелек и начнем делать расширение, то есть чтобы хорошо входило вот в шейное отверстие вот эта шея. Итак, приступаем. Куколку мы пока в сторону. Берем пряжу. Так, где у меня тут начало? Вот. Начало пряжи. Уже остатки остаются. Итак, мы сначала делаем 11 воздушных петель. То есть делаем рабочую петельку и провязываем 11 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот в эту рабочую петельку, где мы с вами, смотрите, чтобы не перекрутилась наша цепочка, мы вводим крючок, делаем соединительный столбик. Вот у нас получилось вот такое круговое вязание. И сейчас мы с вами провяжем 4 столбика прибавка, повторим 2 раза. И должна у нас в конце быть еще одна петелька. То есть у нас сейчас 11 столбиков, да, как бы предполагается. Если мы сейчас делаем 2 прибавки, у нас должно по кругу быть 13 столбиков. Поэтому провязываем 4 столбика за заднюю петельку, да, нашу воздушную. Раз столбик, два, три, четыре. В следующую вот эту петельку мы делаем прибавку, то есть 2 столбика в одну петелечку провяжем. Раз и сюда же 2. И еще 4 столбика. Раз, два, три, четыре.
У нас до конца ряда 2 столбика осталось. В одну из них мы делаем прибавку. А в последнюю петельку мы просто провязываем столбик. Все. Сейчас у нас с вами в ряду 13 столбиков. Маркером отделяем ряд от ряда. Провяжем 2 ряда без изменения по 13 столбиков. Провяжем самостоятельно. Далее мы 2 ряда по 13 столбиков. Следующий ряд провязываем 5 столбиков. Прибавка, повторим 2 раза. И у нас в конце еще будет 1 столбик. Итак, провязываем. Раз столбик, 2, 3, 4, 5, прибавка. Видите, даже на пальчик одевается и удобно вязать. Вот. Еще 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, прибавка. И в конце у нас 1 столбик остается. Сейчас в ряду у нас с вами 15 столбиков. И мы провяжем 2 ряда без изменений по 15 столбиков самостоятельно. Вот здесь у нас отверстие небольшое, маленькое. Не обращайте внимания, если здесь мы у куклы закрывали полностью, да, то здесь мы закрывать не будем. Почему? Потому что это мы вовнутрь головы воткнем, и у нас должно быть небольшое отверстие, чтобы мы видели, куда потом вставлять иголочку для утяжек, например, или еще что-то, да, чтобы у нас не затягивалось здесь, не делался большой узел. Но я думаю, в процессе вы потом поймете. Так, следующий ряд. Провязали мы 2 ряда по 15 столбиков. Теперь мы сейчас делаем прибавки через 6 столбиков. Повторим 2 раза, и в конце будет опять у нас 1 столбик. Вот, и у нас опять исходное количество петель будет 17 столбиков. То есть мы здесь вот начинали вязать вот тут шею 17 столбиков у нас по кругу было. То есть вот мы доходим до этого. Так. Теперь провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем прибавку. Еще 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И у нас в конце ряда остается 1 столбик. Все, в ряду у нас сейчас 17 столбиков. Давайте провяжем 2 ряда без изменений, 17 столбиков. Примерно приложим к нашей куколке, посмотрим, достаточно или еще провязать нужно будет 17 столбиков. Но прибавлений в шее больше мы делать не будем. Итак, провяжем пока 2 ряда. Далее 2 ряда по 17 столбиков. Берем куколку. Конечно, ну там изнаночная сторона, мы пока так примеряем. Вообще будет у нас соприкасаться шея с лицевой стороной. Ну, просто приложим. Я думаю, вполне достаточно будет. Вот. Кто хочет более низкую посадку, можно провязать еще один ряд. Но я больше не буду. Пусть у меня будет чуть повыше. Вот, потому что когда вывернется, я думаю, может быть, все-таки туда она посильнее сядет. Вот, мне будет достаточно. Смотрите, как у вас. Так, все, теперь мы начинаем уже вязать голову. Итак, за передние полупетельки мы сейчас с вами провяжем столбик, 4 прибавки, повторим 3 раза. Так, провяжем таким вот образом. За передние полупетельки столбик и делаем 4 прибавки за передние полупетельки. 1 прибавка, то есть
по 2 столбика. В следующую петельку еще прибавка, вторая. В следующую третья прибавка. И еще четвертая прибавка. Далее провяжем просто столбик, 1 столбик. И снова провязываем 4 прибавки за передние полупетельки. 1, 2, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка. Провязываем следующую петельку, просто столбик. Снова 4 прибавки делаем за передние полупетельки. 1 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка, 4 прибавка. Остались у нас 2 петельки до конца ряда. В одну из них мы провязываем столбик без накида, и в последнюю петельку мы провяжем прибавку. Так, у нас было 17 столбиков по кругу. Теперь мы сделали так 12-13 прибавок. 17 плюс 13. Сейчас по кругу у нас 30 столбиков. Следующий ряд мы будем делать 6 прибавок, но через каждые 4 столбика. Повторим, вот как я сказала, 6 раз, в ряду будет 36 столбиков. Итак, провязываем за обе уже петельки. 1 столбик, 2, 3, 4. Прибавка первая. Далее 1 столбик, 2, 3, 4, вторая прибавка. Далее 1 столбик, 2, 3, 4, третья прибавка. 1, 2, 3. 4. Четвертая прибавка. Раз, два, три, четыре. Пятая прибавка. Раз, два, три. 4, последнюю петельку, 6, последняя прибавка в этом ряду. В ряду у нас с вами 36 столбиков. Следующий ряд мы делаем прибавки, сделаем 12 прибавок, то есть нам надо еще больше расширить наш вот этот круг внизу. Мы сделаем 12 прибавок, и прибавки будем делать через каждые 2 столбика. В ряду у нас будет 48 столбиков. Итак, провязываем 2 столбика прибавка, повторим 12 раз. 1 столбик, 2 столбик, первая прибавка. 1 столбик, 2 столбик, вторая прибавка. 1 столбик, 2 столбик, третья прибавка. 1 столбик, 2 столбик, четвертая прибавка. 1 столбик, 2 столбик, пятая прибавка. 1 столбик, 2 столбик, шестая прибавка. 1, 2, седьмая прибавка. 1, 2, восьмая прибавка.
Раз, два, девятая прибавка. Раз, два, десятая прибавка. Раз, два, одиннадцатая прибавка. Раз, два, последняя, двенадцатая прибавка. У нас сейчас в ряду 48 столбиков. Следующий ряд я не буду вместе с вами провязывать, потому что на камеру это долго, да, кому-то кто-то быстро вяжет, кто-то медленно, поэтому я просто скажу, и вы провяжете ряд этот самостоятельно. То есть мы также сделаем сейчас в этом ряду, в следующем вот этом ряду, 12 прибавок, но уже через 3 столбика. Давайте провяжу 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик и делаем прибавку. Вот нужно в этом ряду сделать 12. Один уже мы одну прибавку сделали, еще 11 прибавок. Таким вот образом провяжите этот ряд самостоятельно. В ряду у нас 60 столбиков, то есть у нас было 48, 12 прибавок мы сделали с вами. Сейчас в ряду по кругу 60 столбиков. Следующий ряд мы провяжем, сделаем только 3 прибавки в следующем ряду, прибавку через 19 столбиков. Повторим 3 раза, и в ряду у нас будет 63 столбика. Ну, давайте провяжем один раппорт с вами вместе. Итак, 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И делаем следующую петельку прибавку. И еще 2 раза повторим. 19 столбиков прибавка. Далее. Сейчас в ряду у нас 63 столбика. Провяжем 2 ряда без изменения по 63 столбика самостоятельно. Ну, вот такая вот вороночка у нас получается. Так, следующий ряд мы провязываем 20 столбиков подряд. Раз, два. Будем вывязывать щечки в этом ряду. Два, три, четыре, 5, 6 и так далее. 20 столбиков. Вязали 20 столбиков. Теперь делаем щечку. Делаем прибавку. 2 столбика. Повторим 3 раза. Делаем первая прибавка. И столбик. Столбик. Вторая прибавка. Далее провязываем столбик. Столбик. Третья прибавка. Провязываем столбик. Столбик. Далее провяжем прибавку еще одну. Провяжем 5 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Снова провязываем прибавка 2 столбика. Прибавка. 1 столбик, 2 столбик. Вторая прибавка на второй щечке. 1 столбик, 2 столбик. Третья прибавка. 1 столбик. 2 столбик. Тут вокруг меня бегает моя собака и котенок. Царапается. Так, провязали. Далее делаем прибавку. И до конца ряда провяжем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 16, 17 и последнюю петельку 18. У нас сейчас в ряду 71 столбик. Провяжем без изменения по 71 столбику 4 ряда. Самостоятельно провяжите. Провязали мы 4 ряда по 71 столбику. Следующий ряд. Провязываем 21 столбик подряд. Раз, два, три и так далее. 21 столбик провяжите самостоятельно. Далее 21 столбик. Далее мы делаем убавка. 2 столбика повторим 3 раза. То есть щечки наши закругляем мы, да? Убавка. Первая. 2 столбика. Раз, два. Вторая убавка. 2 столбика, раз, два, и третья убавка, 2 столбика, раз, два. Далее мы делаем убавку, провязываем 5 столбиков, раз, два, три, четыре. Теперь делаем убавка 2 столбика еще 3 раза. Первая убавка, 2 столбика, раз, два. Вторая убавка, 2 столбика, раз, два. И третья убавка, 2 столбика. Раз, два. Делаем еще одну убавку. И до конца ряда провяжем 17 столбиков. У нас с вами в ряду будет 63 столбика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У нас сейчас, как я уже сказала, в ряду 63 столбика. Провяжем 12 рядов по 63 столбика самостоятельно. Провязали мы 12 рядов по 63 столбика. Далее провязываем, делаем убавки через 19 столбиков. Повторим 3 раза, и в ряду у нас будет 60 столбиков. Итак, провяжем 19 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И делаем убавку за передние полупетельки. Повторим еще 2 раза. 19 столбиков убавка до конца ряда. Провязали. Сейчас в ряду у нас 60 столбиков. Следующий ряд. Теперь мы будем делать с вами убавки, закрывать голову. Провяжем 8 столбиков убавка. Повторим 6 раз. И в ряду у нас будет 54 столбика.
Давайте начало провяжем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И делаем убавку за передние полупетельки. И повторим также еще 5 раз до конца ряда. Следующий ряд. Провязываем 7 столбиков убавка. Повторим 6 раз. В ряду будет 48 столбиков. Итак, провязываем сначала вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем убавку за передние полупетельки. Повторим еще 5 раппортов по кругу до конца ряда. В ряду у нас будет 48 столбиков. Следующий ряд провяжем 5 столбиков убавка. Повторим 6 раз, и в ряду будет 42 столбика. Значит, 6 столбиков убавка. Повторим 6 раз, и у нас в ряду будет 42 столбика. Итак, провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем убавку. И повторим до конца ряда еще 5 раппортов. Вязали. Сейчас в ряду у нас 42 столбика. Вот эту часть шеи мы вводим туда вовнутрь. Выворачиваем вот таким вот образом. И сюда мы набиваем наполнитель. Наполнитель набиваем и придаем немножечко форму нашим щечкам. Вот так вот лобик. Вот, все так вот аккуратненько. И дальше продолжим вязание. Можно даже уже померить, посмотреть. Ну, немножко крупновато головка получилась. Ну, такая вот у меня идея. Пусть будет так. Я люблю все большое. Вот. Наполнителем набиваем. Аккуратно наполнителем вот так вот ставьте пальчик. И вот второй рукой набивайте головку. Чтобы у вас вот это вот шейное отверстие, которое мы сделали, оно было по центру. Не перебивалось никуда в сторону. И вот так аккуратненько вокруг набиваем. Вот поднабили мы голову. Ну, будем подбивать маленечко. Сейчас еще немножко провяжем. Просто я не стала прям плотненько-плотненько набивать, потому что, чтобы не цеплялись за петельки, у нас вот этот вот наполнитель. У меня синтепух. Вот. Мы продолжим дальше. Следующий ряд мы провяжем 5 столбиков, убавка. Повторим 6 раз, и в ряду у нас будет 36 столбиков. Провязываем 1 столбик, 2, 3, 4, 5 и делаем убавку за передние полупетельки. Повторим еще 5 раппортов до конца ряда. Следующий ряд мы делаем убавки через каждые 4 столбика. Повторим 6 раз, и в ряду у нас будет 30 столбиков. Итак, провязываем. 1 столбик. Провязываем аккуратно. Наполнитель не цепляем. Пальчиком вот так вот придерживаем. 1 столбик. 2. 3. 4. И делаем убавку. Повторим еще 5 раппортов до конца ряда. Следующий ряд мы делаем убавки через каждые 3 столбика. Повторим 6 раз. В ряду будет 24 столбика. Итак, провязываем. 1 столбик, 2, 3. Убавка.
Повторим еще 5 рапортов до конца ряда. Добавляем наполнителем подбивать нашу голову, чтобы она не была пустой, не заваливалась нигде, чтобы было все ровненько. Подбивайте. Следующий ряд. Мы провязываем 2 столбика убавка. Повторим 6 раз, и в ряду у нас будет 18 столбиков. Итак, провяжем 1 столбик, 2 столбик, убавка. Раз столбик, 2 столбик, 2 убавка. И так далее до конца ряда. Следующий ряд мы провязываем, делаем убавки через 1 столбик. Повторим 6 раз, в ряду будет 12 столбиков. Итак, столбик, убавка за передние полупетельки. То есть мы уже почти совсем закрыли, да, наше отверстие наверху. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. Столбик, убавка. И столбик, последняя убавка. Сейчас у нас с вами 12 столбиков по кругу, и нам нужно сделать 4 убавки. Давайте попробуем сделать. Ну, в принципе, нам уже нужно делать убавочки для того, чтобы закрыть это отверстие. Итак, делаем 1 убавка. Потуже затягиваем. 2 убавка. 3 убавка. 4 убавка. 5 убавка. 6 убавка. И теперь мы закрепляем ниточку. Ниточку обрезаем. Немножко хвостик я оставлю чуть-чуть. Можно вставить ниточку в иголку, но у меня толстая нитка. Вот, и берем вот так вот я делаю за передние полупетельки. Подхватываю ниточку. Следующую полупетельку. То есть у нас здесь 6 петелек. И мы захватываем. Так, 2 полупетелька, ниточку протягиваем. 3 полупетля, 4, 5 и 6. И вот так вот мы ее подтянем, и это отверстие затянется. Все, теперь вводим крючок в любом месте, вот, и захватываем вот эту нить и прячем вовнутрь.
Так, она у нас не захватилась полностью. Ниточку я делаю, у меня наполнитель синтепух, он цепляется тоже за крючок, поэтому старайтесь вот так вот вводим в любом месте и потом вот так вот по стеночке головы крючок проводим и обратно. Вот так. И тут немножко у меня захватило. Так, хвостик длинный. Обрежу. Вот, все. Маркер вытаскиваю. Хвостик этот торчит. Но здесь будет не видно, потому что здесь у нас будут волосики. Еще раз в руками смотрим. Смотрим, вот он перед, где у нас щечки. Это у нас зад ровный. Вот все, головка наша связалась. В следующем видео мы будем делать с вами утяжки. Мы будем оформлять личико. И, может быть, даже начнем делать волосики. Давайте померяем на нашу куколку. Вот такая куколка, куклёша наша получается. Если у вас получилось, вам показалось, что больше, большая голова, вяжите не 2,5, а вяжите либо 2 двойкой, либо 2,25 крючком. Она будет здесь плотнее и будет держать форму. И будет меньше голова. Но мне такая нравится. Мне захотелось такую куколку сделать. Так, что нам нужно будет для волосиков? Волосики, кто желает вязать парики, вяжите. У меня много мастер-классов есть, где я вяжу парики. Это кукла. Кукла Розочка, кукла Даша и много еще других там вы можете увидеть. Как вязать парички. Вот. В данном случае я буду использовать трессы. Кто-то использует парики уже готовые, да, но я буду использовать трессы. Я приобретала их на Озон. Вот такие вот у меня трессы. Вот номер 10 цвет. Я буду делать как короткую стрижку ей, потому что голова большая получилась. Мы не будем утяжелять ее вязаным париком, да. Я буду делать вот такие более легкие варианты. Вот. Вот такая вот нужна будет. Но я буду ее использовать 2 штуки, потому что мало одной. Надо будет, чтобы погуще были волосики. И воспользуюсь, наверное, вот такими трессами, длинными хвостиками. Все-таки никто мне не сказал, что мы будем делать, оформлять на голове. Поэтому я приняла решение, ни шляпку, ничего подобного я делать не буду. Я просто сделаю ей 2 хвостика. То есть я сделаю вот это, волосы у нее будут, и будет выходить 2 хвостика. И будет миленькая, хорошенькая куклешка. Это мои такие задумки. Ну, может быть, что-то на бантике или что-нибудь такое я и сделаю. Так что в следующей части мы будем оформлять с вами лицо. Единственное, я не знаю, когда выйдет следующий мой ролик, потому что завтра, послезавтра у меня рабочие дни, я на работе, мне будет немножко сложновато всю ночью, да, вязать, и поэтому не наберитесь терпения. Я думаю, что пройдут эти 2 дня моих рабочих, и следующие 2 выходных у меня будут в творчестве. Я буду уже делать и глазки, и парички, и так далее. Всего вам хорошего. Надеюсь, вам все нравится. Вот, судя по тому, что много просмотров, но очень мало комментариев. Всего доброго, до следующей связи. Пока-пока.